Котята, это пришла я, ваша любимая тетя Света, да, тетя Света с Ютуба, как многие меня называют, безбашенная чокнутая баба. Знаете, я вот сегодня открыла интернет и увидела, что интересных новостей нет. Я полистала, так, ну вот нашла новость про Сережу Лазарева. Сергей Лазарев показал редкое видео с сыном Никитой. 34-летний Сережа Лазарев предпочитает не распространяться о личной жизни. Втихаря там вдолбится в попку, как бы, да, и не шумит. Даже появление 3-летнего сына Никиты музыканту удалось скрывать более 2 лет. А имя матери ребенка до сих пор неизвестно, ибо кому оно нахуй надо. В преддверии Нового года Сереженька подарил сыну желанную для него игрушку. Эту маску робота-трансформера. Блять, Валер, я вот такой всегда мечтала. Ага. Че, ага, ёпта, подарил бы лучше мне, ага, как сидит, блять. Кстати, что ты мне подаришь на Новый год, Валер? Себя давай подарю. Да нахуй ты мне нужен, ёпта. Придурок. А певец поделился с поклонниками забавным видео. Никита начинает получать свои первые новогодние подарки в этом году. Отметим, что лицо мальчика Сережа до сих пор скрывает. Известно, что Никита живет вместе с Лазаревым и его мамой. Свет, свет. Да-да, Валерочка, да-да. Обзоры делаю, ёпта, обзоры на каналы мы обещали. Да, сейчас я сделаю вам обзоры, сейчас я зайду. Помните, я обещала, что некоторые ваши канальчики, я сейчас зайду и погляжу на них. Да, я же обещала, вы знаете, а женщина такая. Я как бы если обещала, я обещание обязательно сдержу, нахуй, да. И будь пока и трезвая, имейте в виду, да. Пользуйтесь случаем, уроды, бля. По губам, тетя, по губам. Это пиздец. Пока Валера листает ваши комментарии на Ютубе и ищет, какой канал нам сейчас обязательно просмотреть и обсосать, я, наверное, потяну время, да? И да. А я вам рассказывала, как я в детском садике работала. Просто у меня в голове всплыла воспоминания, ностальгия, да, я была молодая, еще красивая, такая. Я сейчас красивая, как бы тогда была пиздец, какая красивая. Вот я такая, знаете, у меня были выбритые виски, блять, у меня была губа порвана. Ну, сейчас так модно просто. Я шрамирование делала себе на лице, да, вся в шрамах была. Молодая была, да. Потом меня переехал каток, нахуй, и выровнялось все лицо. Один раз я Снегурочкой устроилась в детском садике. Детский садик был, короче, назывался он Василек, блять. Ну, мне это похуй, как он назывался, главное, что я там устроилась, да, потому что меня нигде не брали. Говорит, ну какая-то, говорит, подозрительная. Я говорю, хуя, блядь. Мне, короче, устроил детский садик Василек. И так получилось, что я попал на декабрь. На декабрьские утренники, дети, там, блядь, 3-летние, да, эти молокосы. Блять, трутся, гадят, блять, под себя. Вот, слава богу, придумали памперсы, нахуй, потому что я бы вообще обливала бы весь садик. Не важно. Дед Мороз там рядом со мной. Я Снегурка, напоминаю. Я Снегурка, такая красивая, сексуальная, выбритые виски. Но мне парик подарили. Ну знаете, мне так жарко было, я его сняла, нахуй. Правда, дети потом после этого утренника заиками остались, но это меня не бьет, блять, и какие проблемы. Я нахуй свое отработала. Знаете, если у детей расшатана психика, это не ко мне, это к родителям вопрос, да? Вот я женщина как бы адекватная, да. Знаете, вообще мое настроение всегда зависит от погоды, блять. Вот на улице снега нет, пиздец, держитесь, разбегайтесь, нахуй, народ. Кстати, вот Дед Мороз говорит: дети, елочка, гори, дети, елка, гори. Гори, елка не зажигается, сука, что там перегорел, у них провода, блядь. Там сами знаете, амперы плюс-минус, блядь, что-то там нахуй не получается. Слава богу, я захватила с собой зажигалку, нахуй. Думаю, надо как-то спасать положение. Там, значит, под елкой вата лежала, типа снег, нахуй. Да детей обманывают, уроды, блядь. Я подошла, чикнула, нахуй, елка вспыхнула, нахуй, нас всех вывели. Но елка загорелась, это главное, я считаю. Знаете, праздник случился. Дети были все в восторге, нахуй. Единственное, после этого попросили меня ласково, будьте любезны, выйдите отсюда вообще. Выйдите, говорит Светлана. Я говорю, гамма вопрос, я и ушла, нахуй, да. Ушла на 2 недели в запой. Кстати, котяточки, если вы хотите нас заказать на корпоратив, то это не проблема. Вы всегда можете с нами связаться, мы с Валеркой помоемся и к вам придем на корпоратив, да-да-да. Я напоминаю, что мы всегда от вас ждем лайки, дизлайки, подписочку. Вы сами понимаете, я никакие новости не зачитываю, потому что, ну, бесит, ну, надоели они, да, согласитесь? Вот будет настроение, будем зачитывать, кто-то умрет, там, кто-то родится, блядь, обязательно все расскажу. Пока новостей нет, все звезды притихли, нахуй, и гребут бабло на новогодних корпоративных вот этих заказниках, да? Я сейчас женщина такая, знаете ли, сижу на ютубе, не пукаю пока. Сейчас в конце песенку спою, наверное, какую-нибудь новогоднюю, да, Валер? Ну да, давай. Валера, помолчи, ёпта, я тебе что сказала, рот открывать, быстро закрылся. Котята, ладно, ничего, я просто знаю, что вы любите Валеру, как бы, я его не очень люблю, недолюбливаю его, да. Заткнись, Валера! Котят, я вас люблю, я напоминаю, да, я вас всех целую в десна. Мы с вами уходим в год 2018, в котором, я очень надеюсь, мы с вами обязательно встретимся, да. Я с вами, естественно, не буду прощаться, потому что я такая женщина неадекватная немножечко, я могу прийти, знаете, 1 января с утреца. Значит, у нас есть ВКонтакте паблик, в котором можете всегда заходить, там и видосики, и картиночки всякие, мы там общаемся с вами. В этом ролике, я так понимаю, сейчас будут новогодние какие-то ваши комментарии, да, Валер? Да, наверное. Спасибо, Валер, спасибо. Вот, ну чего, котятушки мои хорошие. Давай, Валер, обзор сделай на кого-нибудь из наших, давай. Вот она есть, да. Валер, ты можешь четко говорить слова? Что за херня, блядь? Ты знаешь, я логопедка, блядь. Логопедка, нахуй. Ой, котят, я вам рассказывал, я же в детстве это, ну, женщина такая была, знаете, пиздила пацанов. Я была вообще такая, знаете, ну, драчунья, блядь, драчунья. Я все время дрочилась. Не-не-не, подожди, не дрочилась, а как это? Дралась, ёпта. Валера, помолчал бы ты лучше, я сама знаю, что и дело, дралась я или дрочилась. Короче, давайте сделаем обзорчик. Так, сейчас кого мы будем смотреть, чей канал мы сейчас глянем? Да вот смотри, Шишка. Ой, точно, Шишка, давай Шишку посмотрим. Она пишет, обсоси меня как леденец. Заходим на Шишку. Так, здесь, блять, нахуй тишина, нихуя нету. Падла. Ты хуй с тобой, да? Так, а что еще есть-то? Заткни, Валера, это мой самый комментарий. Это плоская, привет, земля, блядь. Ну это фраза, пой, Светик, пой, тетя Света, наверное, привет. Лунатики, я хочу в видос, анальный скоро альбом, Валера, наливай, ору от смеха, лопну сейчас. Так, ура, я попал в видео, мне можно сказать, так, это ты багани-ваганька, вот это родная мне стал здесь. О, тыкни на меня, пишет один мальчик, Влад, Владюня, тыкни на меня, тыкнул, Владик, тыкнула, смотри, тыкнула, сейчас захожу к тебе, так.
Так, что тут делается, что творится у Владика? О, Владик, слушай, Валера, неплохой мальчишка, смотри, много говна наснимал. Все, ЕГЭ, блядь, мои итоги года, блядь, тебе 5 лет, а ты все итоги подводишь, нахуй. Ладно, котятушки, вот Владик, короче, он попросил, чтобы я на него тыкнул, я тыкнула на Владика, и вот он его каналчик, да. Если есть желающие, подписывайтесь на Владика, да. Я же обещала, я добрая женщина, я сделала обзор на Владика. Шишка не захотела, от Шишки отписываемся, нахуй. На Владика все подписываемся. Ссылка на Владика будет в описании к этому ролику. Да, с Новым годом тебя, Владик. Блядь, как я уже устала, знаете. Валер, давай песню споем, а? Танцуют все на прошлый Новый год. Ты подарила мне Санты красный костюм и попросила надеть. Только в твоей голове произошел конфуз и полетел в тарары нашей любви союз. Я Дед Мороз, я Дед Мороз, несу тебе букет из роз. Я Дед Мороз, я Дед Мороз, несу тебе букет из роз. Лам-парам, ла-ра-ру-рам, парам, ла-ра-ру-рам, парам, ла-ра-ру-ра. Лам-парам, ла-ра-ру-рам.